Путешествуя по стране, я и познакомился с Мажунем. Нас можно было бы назвать старыми друзьями. Это заслуга императора, что Мажун сдался, а народ не пострадал. Я слышал, у чиновника Янчжуня тоже был старый друг. Сын благородной семьи. Но Янчжун боялся людской молвы. Мол, аристократы подмяли его под себя, поэтому он молчал об этой дружбе. Они даже тайно встречались. Лоу, ты слышал об этом? Ничто не ускользнет от генерала Линя. Друг, о котором говоришь, это я. Когда мы познакомились, Янь уже был чиновником. Он жаловался, что не имеет возможности реализовать себя. Его положение было таким же, как мое. Так мы и подружились, но я не ожидал, что он станет предателем. Это меня очень огорчает. Но чтобы не клеветать на друга, я никому не рассказывал о нас. Что вы думаете о письме, что чиновник Янь оставил? Слышал, что ты нашел его. Вероятно, Янь устал смотреть, как страдает его семья, поэтому он сговорился с Мажунем и передал медь в обмен на жизнь его семьи. Кто мог знать, что Мажун убьет всю семью Янь? Мне стыдно за свою жадность. Мне жаль чиновника Яня. Но не стань он предателем, тебе не выпал бы шанс так подняться. На сей раз, вернувшись в столицу, станешь чиновником во дворце. Позволь заранее поздравить. Было бы хорошо не допустить чиновник Янь этой роковой ошибки. Император вызвал меня в столицу, мне надо собираться, поэтому вынужден оставить вас. Простите. Ты не сообщал никому, что обнаружили тела семьи Янь. Как Лоу Бэнь узнал? Он растерялся и оговорился из-за твоего вопроса. Уверен, он связан со смертью Яня. Прибыв в Тунню, я сразу заподозрил Лоу Бэня. У него нет ни должности, ни власти. Разве Мажун послушался бы его? Тогда в темнице Ли Фэн перед смертью говорил о сжигании мостов. Думаю, речь о Лоу Бэне. Лоу Бэнь знает, где мой отец. Я выясню. Не торопись. Без доказательств. Он никогда не признается. Ты можешь спугнуть его. Он скоро уедет в столицу. Если уедет, как мне узнать, где отец? Не только он. Мне сообщили, что и нам приказано вернуться. Гонец уже в пути. И скоро будет в уезде. И мы уедем? Нет. Думаю, Мажун довольно умен. У него точно был план. Нам надо найти доказательства преступления Лоу Бэня. А как же указ? Проигнорируем. Ситуация позволяет. Монеты говорят, что мы будем спасены. Мама, бабушка, нас освободят. Твои гадания неправильные. Говорил, я женюсь раньше Няу-Няу. И взгляни. Я так и не женат. А еще скоро лишусь головы. Бедная Ти-Ти. Моя Ти-Ти. Сун. Сун. Сун.
Сун! Сун! Почему ты здесь? Слышала, ты меня звал. Ты скучал по мне? Дай взглянуть. Ты такой бледный. Посмотри, какие круги под глазами. Не выдумывай. Сон спит непробудным сном. Это я из-за его храпа не высыпаюсь. Сун, тебе нелегко. Сити, зачем пришла? Да еще и мальчиком переоделась. Ступай домой. Мой жених в темнице, как я могла не прийти? Я попросила отца подкупить стражей, чтобы увидеться с тобой. Я тебе не жених. Моя мама не позволит мне войти в твою семью. Тебе лучше сдаться. Но ты же сказал мне, что слова твоей матушки — глупость. Я передумал. Я почтительный сын, а ты неразумная и дикая, и твое рукоделие не намного лучше, чем у няу-няу. Что ты делаешь? Это же темница. Не будь безрассудной. Да и Шаогун здесь. Возьми себя в руки. Я знаю, твои дни на исходе. Прямо сейчас. Я, Ван Цици, стану твоей женой. И я не пожалею. Ты хоть понимаешь, в какой мы ситуации? Мужчин обезглавят. Поэтому я и пришла. Если ты умрешь, я стану твоей вдовой и никогда вновь не выйду замуж. Я сдержу свое слово. Если не примешь меня, я уйду в монастырь и никогда не выйду замуж. Я благословляю вас. Я благословляю вас. Всех мужчин семьи Чен могут вот-вот обезглавить. Мы не можем не принять такую добродетельную невестку. Я не зря прожила свою жизнь. Цици, от всех предков семьи Чен большое тебе спасибо. Большое спасибо. Большое спасибо. Пока вы любите друг друга, кого волнуют сплетни, я позволю нашему Суну войти в семью Вани. Цици, подойди. Дай свою руку. Возьми. Это мой подарок.
Спасибо, бабушка. Заколка из чистого золота. Береги ее. Спасибо, бабушка. Йони, касательно брака, ты даешь свое благословение или нет? Свекровь, вам решать. Не будешь перечить мне, свекровь. В прошлом мы всегда с вами противостояли, но как бы мы ни ссорились, мы с вами всегда защищали семью Чен и боролись за наших детей. Мы семья. Да, и обид не можем держать. Мы сможем все преодолеть. Наконец-то ты умные вещи говоришь. И я не мелочный человек. Давай забудем обо всех наших обидах. Я... Но я хочу подарок на помолвку. Он уже давно готов. Мы с твоей мамой поделим пополам. Нет. Заберите себе. Брат Ма, Лоу, ты вернул город дипломатии. Это впечатляет. Согласен. Позволь впредь советоваться с тобой. Уважаемый, станьте нашим наставником. Спасибо за вашу похвалу. Выпьем. Выпьем. Располагайтесь. Цинь, поздравляю, господин Лоу. Рад за вас, господин Лоу. Даже не представляете, как талантлив мой брат. Он уговорил мятежников отступить. Император даровал ему титул. Взгляните на зеркало. Это знак любви, подаренный им моей невестке. Он сам его сделал. Вы когда-нибудь видели столь заботливого мужа? Раньше ты никогда не говорила об успехах своего брата. Он же твой двоюродный брат. И что с того? Его заслуги принадлежат семье Лоу. Прекрати показывать всем зеркало. Беню это не понравится. Невестка-то пришла? Пересядь. А что такого? Он просто стесняется. Давай выпьем вместе. Налейте вина. Я неважно себя чувствую, поэтому попью воду. Хорошо. Давайте. Невестка. Невестка.
невестка, ты в порядке? Что такое? Тебе плохо? Я вызову лекаря. Я в порядке. Не волнуйся. Гости разойдутся, и я поделюсь хорошими новостями. Хорошими? Не торопись. Новостей хороших даже две. Ладно. Так, не отвлекаю. Иди к гостям. Господин Лоу и его супруга такие милые. Именно. Мы вам завидуем. Конечно. Мой брат сам сделал это бронзовое зеркало, вырезав стихи 10 разными шрифтами. 10 разных шрифтов? Шао. Госпожа Лоу, простите, можете ли вы мне показать это зеркало? Сестра Шаошан. Я рада, что ты пришла. Я переживала, что ты не придешь из-за твоего отца. Как посмела сюда прийти дочь предателя? Невестка, зачем позвала ее? Это неуместно. Госпожа Лоу, я знаю, что зеркало — знак любви господина Лоу. Можно взглянуть? Чан Шашан, ты его уже видела. Ну и что, это всего лишь зеркало. Когда ты выйдешь замуж за генерала, я подарю тебе такое же зеркало. Лен Буи, Юань Шэньцзянь. Сегодня знаменательный день для семьи Лоу. Не думаете, что неуместно вот так врываться сюда? Я Юань Шэньцзянь. По приказу императора, здесь, чтобы схватить убийц магистрата Туню и его семьи. Учитель Лоу, надеюсь на содействие. Здесь много гостей. Генерал Лин, ваши действия их обеспокоят. Давайте выйдем. Лоу Бэнь сговорился с Мажунем. Он обманул магистрата Яньчжуня, доверившего ему Мэти свою семью. Последствия убитых. Уезд Туню. Он притворился, что уговорил Мажуня сдаться. И всю вину возложил на Чанши, убив 3 зайцев одним выстрелом. Это невозможно. Это невозможно. Невозможно. Брат бы так не поступил. Генерал Лин, я понимаю, вы хотите оправдать семью Чен. Но нельзя обвинять, лишь строя предположения. Есть ли у вас доказательства? Вы молодец. Почти все причастные были убиты. Даже Мажун. Хотите сказать, и Мажуня я убил? Мажуня публично убили, остатки мятежников Пэн Куня. Мажун, генерал Пэн Кунь был добр к тебе. Как ты мог его предать? Умри! Осторожно! Господин Лоу, у тебя много друзей. Ты часто бывал в Шоучэне, знаком с Мажунем. Как мог не знать, что правая рука Мажуня был приемным сыном Пэн Куня? Хотя ты его и не убил, но подтолкнул к этому убийству других. Ты убийца! Стража! Стража! Убийца! Господин Юань,
Ты ведешь расследование или сочиняешь историю? У нас имеются доказательства. Жена Ли Фэня рисковала жизнью, оставив подсказки. Почему думаешь, что Мажун не подстраховался? И мы нашли доказательства. Генерал Лин нашел письма, написанные тобой, магистрату Яню. С момента, как вы познакомились и встретились, ты уговаривал Янь Джуня отправить семью за генералом Ченом из города для перевозки меди, указав точное время и место. Все здесь. Понимаю. Ты думал, Мажун уничтожил все эти письма. Ты не ожидал, что он придержал их в качестве страховки. Генерал Лин, взгляните на эти письма. На них не мой почерк. Я знаю почерк Лоу Бэня. Это не его почерк. Не смейте клеветать, не замечая очевидного. А как же знак любви, что вы дали супруге? На обороте этого зеркала вы вырезали стих разными шрифтами. Я вспомнила слова вашей матушки. Мой старший сын хорош в каллиграфии. Он вырезал стихи на зеркале из 10 разных шрифтов. Здесь шрифт такой же, как в письмах. Уверена, вы знаете об этом лучше меня. Дорогой, дорогой, они говорят правду? Да. Правду. Мама. Зачем ты так поступил? Пытался добиться почитания и уважения? Это все из-за постоянных унижений от первой семьи. Для семьи Яо. Для нашего будущего. Для моих амбиций. Янзи, мне стыдно смотреть тебе в глаза. Ты еще молода. Сможешь еще раз выйти замуж. Что ты такое говоришь? Разве не понимаешь, что своими словами убиваешь меня? Запомни. Твоя смерть. Это моя смерть. Генерал Лин, все мечтают родиться в спокойные времена. Я же мечтал родиться на несколько десятилетий раньше. Когда повсюду появлялись герои, сиявшие как яркие звезды, тогда бы с твоим талантом ты бы возглавил страну и вершил великие дела. Позволь мне поблагодарить тебя за понимание.
Я знаю, ты полон амбиций. Но было бы правильным стать опорой нации, шаг за шагом продвигаясь по должностям. А ты... сбился с пути. Таким уж я родился, не могу присмыкаться. Говоришь, начать с низов. И потратить свои стремления на неискренние комплименты и беседы с глупцами? Так служить императорскому двору я не желаю. Но зачем пошел на это преступление? Семья Лоу не какие-то простолюдины. Ты добился бы высокого чина. Дядя, довольно притворства. Говорят, вы преданы стране. Но все благородные семьи знают о ваших делишках. Генерал Лин много раз рекомендовал меня, говорил, что я весьма талантлив, и мне нужен шанс проявить себя на службе. Но наследный принц не давал мне должности, потому что вы были против. Мой добрый дядя объяснял это тем, что я еще слишком молод и должен получить побольше опыта для вступления в должность. Понимаешь? Это была моя ошибка. Меня твоя тетя надоумила тебе мешать. Прекратите обвинять тетю, как мужчина смеет свою вину спихнуть на женщину. Только вы на это способны. Если бы вы хотели порекомендовать меня на должность, разве бы тетя могла помешать? Дело лишь в том, что вы берегли должности для своих сыновей. Жаль, что мои двоюродные братья – круглые дураки. Вы боялись, что если я добьюсь успехов, то не дам им жизни, поэтому ущемляли мою семью. Не так? Что за клевета? Вы двое дядя и племянник. Один расчетливый, другой недовольный. Из-за вас убили семью Янджуня, а вы использовали это для продвижения по службе. Вы даже убили Мажуни, Лифэня. Говорите, где сейчас мой отец? Я скажу. Но только наедине. Ну что? И что это? Я лишь хочу знать, где мой отец. Я повидал множество гор, рек, людей и звездного неба. Я нарисовал эту карту страны. Отдаю ее тебе, чтобы искупить вину. Когда ты окажешься, как и я, в затруднительном положении, сможешь увидеть свет звезд. Много лет путешествуя по всей стране, я самолично нарисовал эту карту. Каждый чиновник мечтает заполучить ее. Она действительно ценная. Если подарите ее императору, уверена, он вас простит и оставит в живых. Очень тяжело потерять полученное большим трудом. Легко получить, легко и потерять. Уровень сложности зависит лишь от тебя. У причины есть следствие. Следствие – результат причины. Так со мной. И точно так же с тобой.
На семью обрушилась беда. Какое несчастье. Мы для вашей семьи стольким пожертвовали. Не ожидала, что вы сотворите такое. Смирились бы с положением. Чем вам не угодила простая тихая жизнь? Зачем нас в это впутывать? Согрешила? Вторая семья. Это весь наш род затронет? Замолчи. Мама, если еще раз оскорбишь моего мужа, я тебя убью. Как ты посмела? Как посмела? Не двигайтесь, ближе не подходите. Негодяй! Дорогой! Ничтожество! Какой позор! Какой позор нашей семье! Учитель! Уведите учителя! Позор! Какой позор! Схватить! Ты человек умный. Нам с тобой не стоит становиться врагами. Отпусти Шаушан и скажи, где ее отец. Тогда я попрошу императора помиловать тебя. Что? Попросишь? Не смеши меня. Я много путешествовал по миру. Люди знают лишь о моих литературных талантах, но им неведомо, как я мог мастерски переставлять фигуры на политической доске. Как жаль, что наследник всегда слушается моего дядю. Я мог бы многого достичь, но ничего не вышло. Юань Шанцзянь, я тебе завидую. В столь юные годы у тебя уже есть должность. А я ведь не менее талантлив, чем ты. Но мне так и не нашлось места. Ястреб не может парить под навесом. Кунь Пен не может плавать на мелководье. Я столько лет мечтал служить во дворце. Кто же знал, что все вот так обернется? Но судьбу не изменить. Сынок, зачем ты это делаешь? Почему обязательно быть чиновником? Мама, тетя постоянно издевается над тобой. Будь я чиновником, этого бы не происходило. Я старший сын. Мой долг — дать власть и уважение семье. Я не хочу, чтобы Яо и его дети терпели унижение и не присмыкались перед власть имущими. Брат, у меня есть жена. Я самостоятельный, мне не нужна твоя защита. Брат, тебе не надо все брать на себя. Отпусти Шаушан. Генерал Лин сдержит слово. Он уговорит императора о помиловании. Верно, я часть семьи Лоу. При поддержке семьи Хэ вам не придется больше страдать. Спасибо, невестка. Но если я не хочу даже втягивать супругу в это, зачем же мне полагаться на власть семьи невестки?
Яо, раз ты уже взрослый, больше не плачь. Семья Лоу может полагаться только на тебя. Дорогой, прошу, остановись. Мы можем все исправить. Забудь о славе и чинах. Я просто хочу жить с тобой, мы же можем. Янзи, я не смогу пойти с тобой в Восточное море на поиски рая в Пенлайе. Прости. Слышишь? Поднимайся. Ты... Я ношу нашего ребенка. Как ты можешь быть так жесток? Прошу, не надо. Поднимайся. Поднимайся. Нет. Пропустите. Поднимайся. Поднимайся, дорогой. Дорогой. Лоу Бэнь покончил с собой из чувства вины. Мы должны забрать его тело. Госпожа Лоу, простите. Уйдите. Он из-за вас покончил с собой. Хотите забрать его? Нет, не трогайте. Уйдите. Дорогой. Дорогой. Ты убил его. Это твоя вина. Очень тяжело потерять полученное большим трудом. Легко получить, легко и потерять. Уровень сложности зависит лишь от тебя. У причины есть следствие. Следствие – результат причины. Где твоя лошадь? У поместья. Зачем тебе? Поеду за отцом. Лоу Бэнь сказал мне, что у причины есть следствие. Причиной была очищенная медь, а следствие — шахты. Уверена, там заперли отца. Я его найду.